Хочу сразу в хинкальную упасть. Хотя для хинкальной слишком много розового цвета. Так, ключи надо сразу же взять. Это было хорошо. Мы продолжаем. Так, ну тут, по-моему, с этой стороны нет, а вот с той стороны у меня точно еще есть люди. Хотя тут, может быть, и спереди еще могут быть. Надеюсь, у него был прицел какой-то для меня. Это катка с берилом будет. Это чел откуда кидал? Не понимаю. Что, жду чувака на крыше. Я ему обзор закрыл. А мать, вмешался. Еп, твою налево. Какая-то у него просто бомбическая. Так, ну что, настало время СЛР. Есть в чате любители СЛР? Самую непредсказуемую и жесткую ДМР. За исключением СВД. И МКшечки. На самом деле, если без рофлов, я знаю ребят, которые прям задрачивают СЛР. И они прям очень люто с нее ставят. Просто так тяу-тяу и все. Так, куда мне нужно поехать? У меня чел у тачки. Первый в голову и все. Давай, садись. Садись, я попробую тебе дать. Он меня не видит, серьезно? У него еще и этот... Снайпа же, да? А, у него снайпа. Ну, сядь в тачку, чел. Остановись. Ну, что за киберкотлета? Зачем так много присаживаться? Спортсмен какой-то. На самом деле, это правильно. Вот так вот, лево-право ходить. То есть, если бы он стопнул, я бы его уже убил. Видите, он ходит, и поэтому я его еще не убил.
Но все равно. Так, у меня есть два варианта. Поехать вот здесь вот открыть. Или открыть можно еще вот здесь вот. Но это в зоне будет. Поэтому, наверное, я поеду в зону. Так, еще один важный нюанс. Мне нравится СЛР с глушителем. Поэтому я не буду брать компенс. Отыграю именно с глушичком. И возьму дым-пушку еще у него. Вот так вот. Смоков много не бывает. Смоки всегда нужны. Все, мы заряжены. Let's go. Так, ну что ж, я надеюсь, что тут будет что-то интересненькое. Пока что мы откинем смочки. Чтобы нам тачку не заруинили. Понимаете, да? Зачем нужны были смоки? Так, у нас есть X8. И что, вилмак есть? Да, увил есть, все, с кайфом. Живем. Все. И что, уходим, получается, да, отсюда? Так, это нам не надо. Откидываю еще один смачок. На выход. Где моя машина? Укатилась. Я хочу с ним на самом деле постреляться, поэтому буду драйбайть. Наверное, даже к нему заеду сейчас. Ну и теперь у меня два варианта. Либо я доставщик. Просто пушу как доставщик в натуре. Запушил в натуре как доставщик. Ё-моё. Завязывай, завязывай, прошу. Блин, если он еще сейчас раз попадет, это будет вообще фиаско. Я... Фу, я еще чуть от тачки не умер. Аж шалеть не стать. Ну, у этого каски точно не было. Поэтому мы просто выезжаем. Вот у него каска будет. Специально не в голову стрелял. Ошалеть. Как же на тоненького. Начал максимально просто сглупил. Пошел еще в опен на меня. И попал мне еще в шею, кстати. Привет всем, ребята, приветствую. Не забывайте лайки прижимать, подписываться. Это очень важно. Для вас, чтобы контент не пропускать. А для меня, как для развития канала. Все, я вам плюсики обрисовал, поэтому делайте. По лайку скиньтесь. С кайфом, пока на тачке едем. Там на велике чел едет. Вроде бы. Топливо закончилось. Почему у него маскалат какой-то белый? Или это у меня только так? Нет, он в натуре какой-то белый, нет? Что с ним такое? Ё-моё.
Ему в голову дал. Надо немножечко этого на семерочке раздеть. Сколь чё. Блин, может масхалат-то мне все-таки взять? А, я взял. У меня же был масхалат. Но мне синюю лучше всего кровь видно, на самом деле, поэтому синюю. Я, наверное, к нему подъеду. Хотя он сейчас оттуда уезжать будет, поэтому нет. Нерентабельно. Поеду в зону. Хорошая позиция, залог успеха. У меня справа тачка где-то сзади. Я не знаю, что-нибудь. Спасибо. Так, ну я не знаю, он скорее всего в толчке сидит. В теории, по идее он мне нафиг не нужен. Пусть он там сидит. Но если рассуждать логически, то лучше его убить, чтобы он мне глаза не маячил, правильно? То вдруг еще подойдет. Так, теперь у меня где-то... Так, у меня же третьей каски нет, да? Это печально. Бустов много что-то. Что-то много бустов. Зона шифтанула. Хотя я, наверное, здесь останусь. Я отсюда доиграю. Я думаю, что здесь-то оно поперспективнее мне будет. Я понял, откуда он стрельнул. С камня. Ему просто чел один хит дал. Ошалеть. Как? Да господи, еще один. Спасибо. Не, СЛР имба. Уф. Ее, кстати, на High Sense в разы проще контрить. Ну, на высокой сенсе, чем на низкой. Как-то больше попадаешь. Поэтому я так понял, что в основном High Sense играют на семерочных ганах. О, у меня чел здесь. Он спрыгнул, прикол. Пошалеть. Триток. Какая-то жесткая каточка получается, да? Ребята, согласитесь? Жестковатенько. Прям головы слетает, будь здоров.
Скоро, ребят, будет рейтинг на мастера, ребята, со следующего сезона, поэтому будет ранговый контент, как раньше. А пока что я играю в себе в удовольствие. Я очень люблю соло-гейминг. Это, кстати, нельзя было делать. Ну ладно. Так, и что мне? Куда теперь? Это трупик. Так, и куда я теперь могу? Блин, ну мне надо заезжать, по идее, в Адоуза. Я поехал. Будь что будет. Была не была. Поехали. Там чел. Нет! Только не это. Я должен жить. Я выживу. Я живучий. Молодой человек. Все, теперь ты попал, чел. Давай. Он еще не туда. У меня еще и третья каска здесь выпала, шли. Гроза. Все, сейчас выхожу отсюда, и он смотрит в квадратное окно. Внимание. Где мои все грейды? Это самый жесткий сетап с пола, как по мне. Давайте-ка я его запушу, наверное. Пойду-ка я его все-таки пушану. Руки у меня чешутся. Через одну. Повелся. Всегда ведутся. Начинаешь спреить просто. И все. В итоге. Бегут сразу, сломя голову. Так, у меня чел сверху один играет. Так, и у меня тут третья касочка, свежечка. Свежечок. Так, и теперь, по идее, я должен закрыть ту сторону. Если я не дурак. Чел направо бежал. В голубом костюмчике. Я его не вижу. Я тут закрываю, в общем. А, подождите. Нет, обманул. Мне нужно закрыть ту сторону. А этого, по идее... Все, это вин. У меня два там. ХЕшка там взрывалась. Все, ласт. Тут ничего не может такого произойти, чтобы я проиграл сейчас. Легчайшая просто. Легчайшая. СЛРочка. Кайф. Просто. Муа. Берильчик. Имба. Стирает просто на ура. Ошалеть не встать. Жестко. С кайфом. 2000 дэмэджа почти что. Круто. Сколько с СЛР? 6 с СЛР и 10 с берила. Нормально. Кайфово. Классный сетап.